Всем привет, друзья! И сегодня мы идем покупать новый дом. Ну, короче, друзья, вы, наверное, еще не знаете, но я решил купить себе новый дом. Здесь, оказывается, друзья, есть неподалеку. Вот, за этой речкой есть один дом. Там раньше жили, но почему-то туда съехали и теперь продают этот дом за 5 стаков изумрудов. Да, и мне сейчас надо, ну, до мэрии дойти, там, отдать вот эти изумруды. Ну и все, и этот дом теперь будет моим. А отсюда я решил переехать, ну из-за того, что... Ну, мне надоело в деревне жить, потому что опять какие-то странности здесь происходят. А там, ну, хорошо же. Буду один жить, без всяких там происшествий, надеюсь. И тем более, через 3-5 дней уже я поеду к себе в деревню номер 25. А это будет, там уже мой дом будет этой дате. Так, а где здесь дом мэра-то? Его же что-то забываю, друзья. Так, ну ладно. Здесь где-то точно должен быть. Так. Так. Ага, точно, вот он, дом мэра. Так, значит, наверху это мэр этой деревни. А внизу наш. Так. Сюда давайте поставим, положим все сюда изумруды. Так, мне просто мэр сказал то, что изумруды там дашь, в сундук, точнее, положишь, и все. И считается то, что мой дом уже. Так, ладно. Ну что ж, давайте я, друзья, вам сейчас сначала покажу весь тот дом такой. Он крутой. Мне только придется обойти сейчас. Это все озеро. Как озеро, точнее, всю речку. Ну ничего, я готов потратить все силы, ну, чтобы эту речку обойти. Так, ладно, черт. Сейчас паркурим. Так, пошлите. Сейчас дойдем. Ну, дом, если честно, он очень огроменный. Там комнат 3, что ли, мне так мэр рассказывал. Там еще балкон должен быть, кажись. Или еще что-то, я не знаю. Но главное то, что у меня будет, друзья, дом. И это очень круто. У меня будет дом. И в 25-й деревне, и еще плюс дом в 24-й деревне. Это очень круто, когда у тебя два дома. Да, на всякий случай, если там... Так, стоп, смотрите, друзья. Ага, вон, видите, там уже крыша дома. И вон, да, вон весь виднеется этот дом. Черт, я в речку свалился. Ладно, сейчас. Давайте сейчас добежим до туда быстренько. А то что-то медленно идем. Так. Фух, чуть в речку-то не свалился. Там дорога вся заброшенная, поэтому нам сейчас надо через папоротник вот так проходить. Так, ладно. Черт, да здесь вообще все заброшено. Сюда, здесь раньше, друзья, был мост, но почему-то его снесли. После того, как жители этого дома сказали, то, что он какой-то странный. Вот, смотрите, вот вся заброшенная дорожка. И вот такой, друзья, крутой, офигенный дом. В дубовом лесу, или как этот лес называется. Здесь стоит такой березовый дом. Странно. Очень странно, если честно. Смотрите. Вот интерьер вообще такой красивый, крутой. Здесь цветочки вон здесь посажены. Здесь фонари. Здесь, друзья, даже вот эту фигню поставили. Ну, типа вот так выходишь. Дышишь свежим воздухом и потом домой заходишь. Так, это рамка для двери. Офигеть. Не думал, что так все круто сделают. Ну, здесь зато хороший вид на дорогу. Да. Ну ладно, давайте что ли зайдем. Так, дверь, друзья, не будет закрыта, потому что этот как мэр и все открыл. Так, смотрите, друзья, здесь картина. Мне картина как-то настораживает. Свинью что-то держит. Мне, конечно, мэр про картину ничего не говорил. Ну ладно. Так, смотрите, здесь это что? Ай, ладно, не знаю. О, здесь смотрите. Здесь кожаная броня. Так, окей. Давайте. Не-не-не, ну нафиг. Обратно. Потом, сначала давайте посмотрим, а потом уже будем брать все здесь, все, что надо. Здесь, смотрите, друзья. Ковер что-то. Ну ладно. Так. Здесь, как я понимаю, точно это кухня, друзья. Да, ну здесь очень круто, друзья. Даже прям очень. Здесь все по отдельности. Не то, что там мой дом. Ну, мой дом очень хорош тем, то, что он в деревне номер 25. Да. Здесь, смотрите, друзья. Здесь можно готовить еду здесь, наверное. Складывать там припасы. Холодильник, друзья. И это коптильня.
Ну ничего, домик хорош. Так, ладно. А это, друзья, спальня. Офигеть. Круто. Смотрите, здесь верстак даже есть. А там картографический стол какой-то. Ну смотрите, двухместная кровать. Это можно так разлечься, круто. Так, воу, черт. Стоп, что? Офигеть. Это череп? Мне мэр ничего не говорил про череп. Так. Окей. Черт. Откуда череп-то взялся? Я не понимаю. Так, надо у мэра спросить. Здесь, интересно, никто не умирал? А тут череп откуда реально взялся? Говорил то, что нормальный дом, ну, конечно, он еще говорил то, что, как я вам рассказывал, отсюда жители сбежали. Но все же нормально. Так, там что, ночь наступает? Да, друзья, вечереет уже. Черт, друзья, вот это меня уже как-то пугает. Я не хочу, надо сюда оставаться. А сейчас если сбежать, то мало ли еще монстры на меня нападут. Так, вот это уже меня настораживает. Стоп. Вы это слышите? Там шаги. Там, друзья, шаги были. Черт. Ну нафиг. Ну нафиг эту дом. Я передумал покупать, друзья. Здесь валить отсюда буду. Так, я, друзья, там где? Вот здесь, что ли, шаги были или там? Мне, друзья, страшно, что сейчас из угла кто-то сейчас выпрыгнет. Черт. Воу, черт, друзья, вы это видели? Ну нафиг, 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 надо спрятаться где-то. Черт, то шаги, то какие-то призраки. Что вообще с этим домом творится? Черт, надо было к двери бежать. Черт, стекла тоже не буду вышибать. А то меня еще мэр прибьет. Я его, конечно, купил, но... Но свой же дом портить, черт. Черт, друзья, я даже не знаю, что там что делать-то. Так, ночь, смотрите, друзья, уже наступила. Так, там, друзья, никого. Всегда меня пугают вот такие коридоры и углы. Так, там, друзья, все чисто. Так, здесь, так, все чисто, друзья. Я не понимаю, шаги, то призраки здесь. Черт. Фух. Может, это мне просто, друзья, показалось. Но навряд ли мне это могло показаться. Так, все надо реально валить. Так, стоп, что? Друзья, дверь не открывается. Ее как будто заперли. Вот это, друзья, очень-очень уже странно. Так, там никого. А кто-то дверь закрыл-то? Черт. Я, друзья, слышу опять шаги. Черт, 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 надо спрятаться где-то. Так, сюда спросимся, друзья. Фух, черт. Там шаги. Я их даже сейчас все слышу. Черт, вот это, друзья, что-то не по плану было. Я думал, реально обыкновенный дом, а там. Да, мне мэр продал дом с призраками вообще. Нафигел. Ладно, так. Пока призраков я не вижу, надо валить, друзья. Так, давай, ну давай же, дверь тупая, открывайся. Черт, друзья, я смех слышу. Черт, открывайся, быстрее, тупая дверь. Открывайся уже. Черт, смех усиливается, друзья. Воу, черт, друзья! На тебе! Все, надо бежать отсюда из этого дома подальше. Фух, ну нафиг. Черт, тупой дом. Фух, надо реально. Я лучше в деревне поживу. Но я в этот дом больше никогда не вернусь. Ну нафиг, этот проклятый дом. Я, наверное, умер, точно отниму изумруды. Вы, друзья, это видите? Дверь закрылась. Черт, все, я к себе домой. Ну нафиг. Я у мэра точно отниму изумруды, потому что он у меня, ну, я, конечно, ему отдал, но он меня не предупредил, то, что там призраки будут. Что за подстава от мэра? Теперь я понимаю, что в этой деревне точно нельзя жить. То подстава, то какие-то монстры выходят из этой речки, то еще что-то. Ну нафиг. Скорее бы вы, друзья, дом точнее, деревню достроили нашу. Я там буду жить. Всем пока, друзья. Не забывайте подписываться на меня. Ну и, конечно же, ставить свои лайки. А с вами был я, Рэд. Фух, ну ладно. Всем удачи. Всем пока.